Жжж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 
запоминается мое имя, но еще и потому, что мы очень похожи. Присмотритесь, правда же? Я даже думаю, что букву «Ж» так назвали в честь меня. Мне очень легко жужжать. А вот людям не так легко произносить звук «Ж», потому что воздух при произнесении этого звука встречает во рту преграду. Попробуйте-ка сами. Ж-ж-ж. Почувствовали? Это значит, что звук «Ж» согласный. А как вы думаете, звук «Ж» глухой или звонкий? Попробуйте пожужжать шепотом. Ничего не получается, правда? «Ж» – звонкий звук. А какой звук у вас получился, когда вы пытались жужжать шепотом? Правильно, «Ш». «Ш» и «Ж» – друзья. Они составляют пару по глухости звонкости. А давайте посмотрим, есть ли у звука «Ж» друг по твердости мягкости. Послушаем. Жаба, жук звучат твердо. Давайте поставим рядом «и» или «е» и послушаем, что получится. Жираф, желе, лыжи, жемчуг. Нет, все равно звучит твердо. «Ж» только твердый. Но несмотря на то, что «ж» твердый, после «ж» пишем «и». Это надо запомнить. Жизнь, моржи, лужи, ужин. А вы помните, после какой еще буквы, которая всегда означает твердый звук, всегда пишется «и»? Конечно же, «ш». Дружить так во всем. И правило у них общее, одно на двоих. Жи, ши, пиши с буквой «и». Теперь звуку «ж» пора познакомиться с остальными друзьями-звуками, с которыми вы, ребята, уже знакомы. Куда мы поместим нашего нового друга? Вот сюда, над «ш». Итак, будем знакомы. Звук «ж» согласный, звонкий, парный, твердый. Теперь пора и букве «Ж» занять свое место среди подруг букв в алфавите. Так, где же она? Вот. Буква «Ж» — восьмая буква алфавита.